Всем привет! Я вот решила выйти в прямой эфир в походных условиях, так сказать, да. Дома уже не сидится, уже иногда надоедает онлайн все время находиться в доме, так сказать, да. Хочется выйти, подышать свежим воздухом. Возможно, многие со мной знакомы, мои подписчики, да, кто-то, естественно, наверное, большое количество не знают, кто я такая. Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга, Ольга Лешкевич. Я предприниматель-путешественник, если вам интересно, чем я занимаюсь, да. Сразу у многих возникает вопрос, как это предприниматель, как это путешественник. Ну, напрямую так и есть. Я занимаюсь предпринимательством в сфере круизного отдыха, но не продаю круизы, чтобы вы понимали, это не турагентство, не туроператор, я не турагент, я просто независимый партнер международного круизного клуба, вот, то есть, и поэтому периодически провожу прямые эфиры, связанные с темой круизного клуба и все, что с этим связано, вот. В клубе я уже состою больше, чем 2 года. Уже, естественно, побывала в круизах, естественно, теперь знаю не с первых... Сама лично теперь знаю, что такое круизный отдых. Вот. Популяризирую его, потому что круче этого отдыха пока я еще ничего не испытывала, да. Хотя путешествовала до клуба тоже, отдыхали, ездили. Вот, и я как клиент клуба, точно так же я как и партнер, то есть независимый партнер, то есть по своему усмотрению, работаю, не работаю, то есть кому как нравится. Вот, и я еще веду Инстаграм. Ну, я, конечно, более активна в Инстаграме, чем в Фейсбуке. В Фейсбуке тут чем хорошо то, что можно знакомиться с более качественной категорией людей. Сами понимаете, да? Вот. И, соответственно, в Фейсбуке можно всегда найти своих единомышленников. Можно найти тех людей, которые открыты к новым возможностям, которые не только путешествовать любят, которые ищут что-то для себя новенькое, интересуются, да, не стоят на месте, которые двигаются вперед. Вот, и, соответственно, Facebook тоже интересен для меня. Но, к сожалению, больше всего времени я все равно провожу в Инстаграме. И провожу прямые эфиры, и посты, и сторисы записываю. То есть у меня там полный движ. А здесь, ну, иногда, да, вы можете видеть сторисы, посты. Но, поверьте, то, что сейчас творится в круизном клубе, там все очень активно, несмотря на то, что все перешли в онлайн. В онлайн перешли еще больше, потому что, сами понимаете, сейчас страны закрыты, границы закрыты. И, соответственно, я надеюсь, меня хорошо слышно. Единственное, что я, наверное, не могу читать. А вот хочу рассказать, что же сейчас творится у нас в клубе. И, возможно, кто-то заинтересуется возможностями клуба. Поэтому рекомендуйте. Если вам не интересно, возможно, вашим знакомым, друзьям будет интересно. Потому что сейчас то самое время, когда люди ищут новые возможности. Ищут для себя какой-то безрисковый бизнес, так сказать. У нас это все есть. То, что связано с партнерской программой, опять-таки, это, естественно, развитие клиентской сети. Естественно, это нормально, когда тебе платят за то, что ты расширяешь клиентскую базу. Даже если вы, как в качестве предпринимателя, будете смотреть этот прямой эфир, и я задам такой вопрос. А вам было бы интересно платить человеку какой-то процент за то, что он вам приводит клиентов? Естественно, все скажут «да». Вот, и, соответственно, вот я пользуюсь этой возможностью, так как
круизная сфера, она заинтересована в своем развитии, заинтересована в постоянных клиентах. И, соответственно, клуб, созданный для этих дел, он платит хороший гонорар в валюте. Фрида, я просто собака вышла гулять, вот она тут что-то нашла. И, соответственно, сейчас мы часто собираемся, у нас много лидеров, которые за 4 года, клубе 4 года, уже 12 миллионеров выросло в этом клубе, опять-таки сделали себе бизнес здесь, строя клиентскую сеть, да, вот, и все в один голос говорят, ну, не только члены клуба, не только лидеры клуба, ну, и вообще все люди, которые сейчас следят за тем, что творится в мире, какая ситуация. В основном все говорят, что, естественно, сейчас будет кризис, да? Кризис, он уже настигает, он уже идет. Коронавирус, я уже молчу про коронавирус, про него, наверное, уже кто только не говорит. Но это как бы прикрытие такое, это раздутая такая фишка для того, чтобы какие-то ниши, какие-то сферы, какие-то люди сейчас обогащались. И вот они это прекрасно сейчас делают под эту марку. И как раз-таки сейчас тут то самое время, когда будут развиваться онлайн-проекты, образовательные какие-то проекты. Люди будут, те люди, которые задумываются о будущем, те люди, которые не приняли ожидательную позицию, а вот именно, которые понимают, что нужно что-то делать, вот они как раз-таки ищут варианты, что же делать. Ну, понятно, что делать. Это нужно вкладываться сейчас или в обучение, то есть перепрофилироваться, какие-то новые навыки получать, да. В основном это что-то будет связано с работой онлайн. Или какие-то активы приобретать. Кто-то сейчас кинет, кто-то в акции, облигации, кто-то в криптовалюту, кто куда, да. Вот. И онлайн-проекты тоже сейчас будут пользоваться особым спросом. Потому что даже если мы никуда не передвигаемся, не путешествуем, мы же все равно коммуницируем, мы же все равно общаемся, правильно? Общаемся в основном онлайн, потому что все живут в разных городах, в разных странах, и, соответственно, возможности онлайн предпринимательства многих интересуют. И вот как раз-таки вот эта партнерская программа, она дает возможность монетизировать свои связи, знакомства, да, не говоря уже о монетизации путешествий. Это можно тоже назвать своеобразно. Фрида! Буду отвлекаться периодически. Своеобразная монетизация путешествий. То есть есть возможность вообще путешествовать за счет клуба, что лично я и делаю, да. Вот. Есть возможность рассказывать об этом людям, рассказывать о клубной системе, рассказывать об онлайн-площадке бронировочной, в которой более 5000 круизов. Выбирай сам, какой хочешь. Это не нужно идти в турагентство, где тебе предложат небольшую линейку каких-то круизиков там, и желательно самых дорогих. Мы всегда сравниваем цены вот этой площадки клубной, да, и цены турагентств. Ну, естественно, они отличаются, естественно, да. То есть мало того, что у нас бесконкурентная ниша, клуб сам по себе бесконкурентная ниша, он единственный в мире. Он дает возможности просто путешествовать, не заморачиваясь заработками, кому деньги не нужны. Я ж не говорю, что вы в клубе, если уже в клубе, то должны зарабатывать. Нет, вы можете не зарабатывать, можете просто делать себе накопление. Причем в валюте, я хочу отметить, сейчас эта тема такая актуальная, многие люди думают, куда инвестировать свои деньги, да? Как вариант, можно инвестировать в свои путешествия. То есть у нас в клубе каждый открывает свой валютный счет. Ну и деньги хранятся в банке Barclays. Предприниматели знают, что это классный банк, что туда просто так абы кто не попадет, да. Все транзакции, они опять-таки застрахованы Trust My Travel. Ну то есть по поводу легальности, это можно отдельно с вами пообщаться, если вам интересно будет. Вы открываете свой валютный счет. Соответственно, накапливайте еще клубную скидку, потому что вы постоянный член клуба. И бронируйте круизы напрямую от круизных линий, цены напрямую, но еще с клубными скидками. То есть выгоднее предложение найдете.
Лучшего отдыха, опять-таки, я не знаю. Ну, кто-то будет спорить, особенно те, кто не знает, что это такое, те, кто не были на круизных лайнерах. Они много каких-то доводов там приводят, да. Ну, я же там была, я же знаю, что это такое, и поэтому лучше, чем круизный отдых, не знаю. Наверное, будет полет в космос. Поэтому сейчас, конечно, границы закрыты. Сейчас многие круизные суда, практически все сейчас останавливают свое действие. Они пришвартовываются к портам. Они уже закрывают свои маршруты пока временно, пока сейчас карантин во многих странах, да. Те, кто сейчас на круизных лайнерах находится, вот у нас связь с нашими круизерами, они вот рассказывают, что, конечно, бонусов бесплатных им много предоставили, улучшенные каюты, бесплатные алкоголь, безалкогольные напитки, ой, там куча всяких, куча всего, еще дополнительные дни они дали круизной компании, да, вот, а тех, кого не получилось туда поехать, естественно, вся сумма была возвращена назад круизными компаниями без штрафных санкций, вот, ну, то есть, это надежная такая сфера, это, ну, это элитный образ, это совершенно что-то другое, и поэтому клуб, он будет долго действовать, функционировать, потому что в нем заинтересованы круизные компании. А вы знаете, я уже все время про это говорю. Там строится сейчас много, в районе 111 кораблей, которые планируются выпустить на воду до 25 года. А их надо заполнять, да, реклама дорогостоящая. Вот, и, соответственно, сарафанное радио хорошо срабатывает. И вот клуб за счет партнерской программы, он и поставляет клиентов на круизные лайнеры, чтобы вы понимали. Да. Ну, клиенты, просто клиенты клуба, не партнеры, они в валюте накапливают в долларах, да, ежемесячно. И уже могут, например, через 14 дней бронировать круиз, находясь в клубе. И кто-то больше накапливает, кто-то год, кто-то два. Ну, клубу уже пятый год сейчас идет, да. Вот. Чем больше накапливаешь, тем больше скидку просто получаешь. Соответственно, ну, примерно нужно где-то хотя бы полгодика накопить себе вот эти вот круизные доллары. И тогда у тебя круиз будет намного дешевле, чем обычный классический отельный отдых. Но зато ты получишь качество обслуживания, услуги более качественные, ты познакомишься с несколькими странами. Ты получишь тот эффект, который ты можешь получить от отельного отдыха, потратив там несколько тысяч долларов, еще плюс сверху к этому, да, и за месяц, да, за месяц, живя в отеле. Ну, я даже, вот знаете, сейчас общаюсь с людьми, которые, естественно, сейчас переориентированы на местный туризм. Сейчас, конечно, Анапское побережье, оно пользуется спросом, туда прав все кинулись, потому что граница закрыта. Вот. И я представляю, что там будет, какая там будет каша. Во-первых, ценник будет такой, нифиговый, да. А во-вторых, это будет вот муравейник, да. Я вообще не люблю, когда толпа людей в одном месте, не продвинуться, ничего. Ну, не люблю я вот в толпе, да, быть. Иногда, конечно, можно потусить где-то чего-то. Но я, когда представлю вот этот муравейник, мне уже, я уже много лет, я уже давно вот для себя не рассматриваю вот эти варианты. Мне вот всегда хотелось, если уже пляжный отдых, то желательно, чтобы людей не было. Вот. А это очень дорого тогда получается. И, соответственно, когда я побывала на круизном лайнере, вот два раза отдыхала, я для себя нашла то, в принципе, о чем и мечтала, да. То есть... Ну, это вот для всех. Хотите тусить, тусите в эпицентре событий. Хотите спокойствие, найдете себе спокойствие. Хотите активность, будет там и активность. Хотите почитать, просто посмотреть, тупо полежать, пожалуйста. Тупо лежите, смотрите, загорайте. Хотите покупаться, выходите на берег купать. Свобода действий. Какие хотите. Так еще хотите с новой страной познакомиться, выходите, знакомьтесь. Не хотите, оставайтесь в этом городе развлечений, развлекайтесь.
Фрида. Вот, поэтому я об этом всегда говорю с удовольствием, с радостью, делюсь впечатлениями. И люди, которые вот увидели здесь тоже возможности, которые захотели, которые увидели выгоды, естественно, они подключаются в клуб. Естественно, да, в клуб можно попасть только по приглашению. Соответственно, вы должны там со мной связаться, я вас направлю, да, туда, все расскажу, подскажу. Для кого-то сложновато с этой платформы, хотя там сложного ничего нету, пожалуйста, помогаю, да, онлайн-платформу, как забронировать. Круиз мы бронируем за 15 минут. То есть это не нужно к посредникам обращаться, не нужно каких-то людей, какие-то связи искать, чтобы вам забронировали этот круиз, да. Самостоятельно все это легко и просто можете делать на своем языке. И все. И отправляйтесь. И отправляйтесь, получаете кайф, приезжаете, заряженные этим вирусом круизного отдыха, начинаете заражать остальных людей. Вот таким образом, в принципе, и система эта и работает, да. То есть люди путешествуют, приезжают, рассказывают другим, те интересуются, они подключаются в клуб. А кого-то деньги заинтересовали, опять-таки подключаются в клуб. Бизнес тут, я вам хочу сказать, без рисков и без потерь. Вот это самое основное, это самое главное, что для себя ищут предприниматели, да? То есть вы начали свой бизнес, опять-таки все зависит от вас. Вы освобождены от каких-то бухгалтерских там дел, от каких-то там получений лицензии, от каких-то, не знаю, проверок освобождены, да, тут на себя это все берет руководство компании, да. Ваше дело – это строить клиентскую сеть. Все. То есть проще некуда. Вы общаетесь с людьми, коммуницируете, кому интересно подключается, помогаете им, да, и, соответственно, получаете приятные гонорары, приятные бонусы. Вот, можно на земле, так сказать, офлайн, как модно говорить, развиваться в этом клубе. У нас многие так делают. Можно онлайн, да, то есть, пожалуйста, сидите за компьютером, общайтесь, налили чашечку кофе и разговаривайте. Конечно же, тут есть такой элемент неприятности, как, знаете, работа с людьми. Работа с людьми – это всегда такой интересный момент. То есть есть люди, которые тебя пошлют, кто-то словами, кто-то морально, кто-то еще как-то. Вот. Ну, то есть не в тему ты вот объявился тут в его жизни. А есть люди, которые вот их задела тема, да, ну, блин, все нравится, вот хочет попробовать. Но они начинают советоваться со знакомыми, с друзьями. Те не поняли, сказали, какая-то фигня, это самое. Ну, и сдулся человек, да, потерял эту возможность. Потом он обратно сюда возвращается, потому что он следит, что, блин, компания растет, люди путешествуют, люди зарабатывают. А мне тут знакомые друзья совершенно другое говорили. Ну, а как могут вам знакомые друзья посоветовать то, что нужно, когда они не знают тему, они здесь не были, просто где-то там какие-то отголоски услышали и все. Вот, поэтому, опять-таки, ты встречаешь людей, вроде бы заинтересованы, но ничего не предпринимать не будут. Опять-таки, непонятие, непринятие. И, естественно, в любом бизнесе, в любом деле, кто вот начинает, вот кто начинающий был предприниматель, свои дела, когда открывали, начинали, вы же вспомните себя, никто не поддержал. В основном никто. Ну, морально хорошо, если кто-то там скажет, ну да, может быть, у тебя получится. Вот там у Васи не получилось, Пупкина там, у Клавы то же самое, а вот может быть, у тебя и получится. Хорошо, если ты такое встретишь. В основной массе все говорят, что у тебя не получится. И ты себя периодически чувствуешь там, недостойно, наверное, этой жизни. Но люди, которые увидели возможности, знают свои цели, естественно, все получается. Естественно, все получается, вот как у меня, это я просто по своим опытом делюсь, да. И, соответственно, потом уже это же окружение, ой, солнце светит, это же окружение
по-другому на тебя смотрит и говорит, блин, оказывается, это классная тема, да, а время-то прошло. И потом уже другие возражения идут. А, у тебя получилось, а у меня нет. Ну, то есть люди, которые не готовы что-то менять в своей жизни. Поэтому в нашей, так сказать, работе основной смысл – это найти просто тех людей, которые заинтересованы, которые хотят развиваться, которые хотят путешествовать, которые любят путешествия, которые хотят обеспечить свою жизнь. Вот. И просто их найти. Просто их найти и помочь им стартануть. Вот и все. Ну, я считаю, что проще нету это делать просто перебором людей. Поэтому те, кто ко мне подписывается, я сразу отсылаю, ну, стараюсь прислать приветственное письмо. Вот, всегда открыто, всегда на связи. Многие за мной следят уже несколько лет, да. Вот, многие, конечно, вспоминают те времена, когда я только начинала. Вот, и... Вы знаете, многие наблюдая за моим опытом, наблюдая за тем, что происходит, конечно, они тоже приходят в эту тему. И вам как вариант, если вы будете когда-то, вот, ну, знаете, у каждого человека в жизни что-то меняется, как ситуация, да, если вы все-таки когда-то созреете и захотите попробовать себя в этой теме в качестве партнера, или захотите, вот, ну, может быть, вы съездите в круиз, заплатите там 2-3 тысячи, вот, захотите путешествовать за 500, за 400, то тогда, пожалуйста, клубная система вам в помощь, и я вам тоже помогу. Связывайтесь, обращайтесь, и насчет, опять-таки, клубной системы, клубу 5-й год, он пришел надолго, он в крутой сфере находится, именно в элитной сфере, где заинтересованы в клиентах, где готовы сделать все для клиента, чтобы ему понравилось, и он возвратился еще раз, и, соответственно, просто так, просто какие-то непонятные компашки в этой сфере, они, ну, они просто не появятся, да, им не дадут расти, развиваться. А в нашем клубе богатая круизная индустрия очень заинтересована. Будет интерес, связывайтесь, пообщаемся и расскажу все нюансы. До свидания.